Ваш лікар з Володимиром Цинколенко. Партнер програми «Ваш лікар» – Український інститут пластичної хірургії та косметології «Віртус». Добрий вечір, ще раз, уважаємо телезрителі. З вами програма «Консиліум», посвящена сьогодні проблемам мужчин в клініці пластичної естетичної хірургії. Спасибо за дзвінки, які були вот в предыдущем блоке нашей передачи. И я надеюсь, что те ответы, которые были прокомментированы и проиллюстрированы, вас удовлетворили. Но хотя еще раз хочу напомнить, о чем мы говорили, в трех словах резюмировать, что огромное количество проблем, которые существуют внешнего вида, имеют за собой абсолютно конкретные внутренние изменения. Чем отличается клиника и то, что он ставит на первое место, это вы, если есть проблемы, вы придите, мы разберемся, правильно поставим диагноз, и современные технологии комплексно позволят решать практически любую проблему внешнего вида наших пациентов. Но что мы понимаем, что стоит за этой проблемой внутри. А сейчас мы ответим на следующий звонок наших телезрителей. Будьте добры, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у меня кератомы на теле, мне 50 лет. Сколько стоит удаление одной кератомы? И еще на ногах следы атрофических язв. Можно ли их удалить чем-то? Спасибо за вопрос. Я не знаю, она один к вам, наверное, кератомы, да? Будьте добры. Знаете, мне кажется, что вопрос цены не самый главный. То есть... Но тем не менее, Анна Владимировна. Удаление новообразования стоит от 100 гривен. Порядка 100 гривен. Да. Просто есть разная площадь, разная глубина инвазии этого новообразования, но необходимо прийти на консультацию. Вы можете записаться по телефону 35-61-68, прийти на консультацию, и как бы мы все подробно обсудим. Спасибо. У нас есть еще один телефонный звонок. Будьте добры, ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у моего мужа татуировка, я слышала, что вы сказали, что нужно хотя бы раз 10 прийти на процедуру к вам. Это так? И скажите еще, пожалуйста, сколько это будет стоить? Она уже у него 10 лет и не нанесла она вред для его здоровья. Спасибо за вопрос, да. Ну, вы знаете, вред навряд ли. Другое дело, что удалить татуировку за один раз невозможно. То есть существуют разные лазеры. Существует лазер, который шлифует кожу и выравнивает рельеф. Но этот лазер не может справиться с татуировкой и с чернилами. Для того, чтобы удалить татуировку, и это было незаметно и аккуратно, нужно использовать специальный лазер. За одну процедуру мы получаем 20-25% результата. В среднем около 5 процедур. Вот если вы помните фотографию, на которой был изображен лев, мне понадобилось действительно 10 процедур, но количество чернил в данной татуировке было огромное, площадь очень большая. То есть все зависит от этого. А давность татуировки не играет никакой роли. Я просто хочу подчеркнуть, чтобы наши телезрители правильно понимали, большинство татуировок непрофессиональны. Принципиально их проблема заключается в том, что рукой татуировщик, нанося эти чернила, попадает в разные слои кожи. Часть чернил может находиться в поверхностных слоях, а часть это же рукой наносится, накалывается. А часть в более глубоких слоях. И в то же время лазер – это энергетическое воздействие. Мы должны и убрать татуировку, и не оставить рубцов. Вот это щадящий подход, который выбирается оптимальная мощность лазера, позволяющая, с одной стороны, разрушить чернила, и они потихонечку рассасываются благодаря действию макрофагов в коже, и не оставить после себя рубцов, заставляет идти очень щадяще. И лучше повторить процедуру, чем за один раз вместо татуировки получить рубец, и мы из одной косметической проблемы получим другую косметическую проблему. Таким образом, количество процедур определяется глубиной расположения красителей, разнообразием цветов. Сегодня появились цветные татуировки, при которых приходится использовать порой 3-4 вида лазеров, потому что каждый цвет требует порой специальной длины волны. И третье, что лучше принцип «не навредить» заставляет подбирать дозировку от минимально необходимой с тем, чтобы не оставить на месте удаленной татуировки каких-либо рубцовых изменений. И этот щадящий подход требует повторов этих процедур. Это и разная глубина, и разный цвет, и разные площади,
и нежелание получить осложнение. И мне кажется, что лучше пройти несколько раз, чем действительно получить те возможные проблемы, с которыми раньше мы сталкивались, когда татуировки удаляли химическими методами, механическими, либо другими. В этом преимущество современных лазерных технологий. Вы пройдите на консультацию, вам подробно расскажут по характеру татуировки, глубины ее расположения, сколько сеансов понадобится. А стоимость удаляемой татуировки примерно, вот то, что сказала Анна Владимировна, 100 гривен квадратный сантиметр одной процедуры. Я не знаю, какая. Вот надо померить, взять линейку, померить, и будет понятно, сколько будет стоить одна процедура удаления татуировки. Вот такой принцип. А сейчас мы поговорим о урологических и о пластической урологии, о пластических реконструктивных операциях, с которыми нередко обращаются в клинику наши мужчины-пациенты. Александр Михайлович, вам слово. Или, может быть, уже имея опыт предыдущих двух блоков, мы начнем сразу с фотографии, с комментариев и ответов на вопросы, наверное, которые возникнут. Будьте добры, покажите фотографию. Ну вот эта фотография, демонстрирующая имплантацию протезов полового члена при лечении, хирургическом лечении эректильной или половой слабости. Имплантируются протезы в половой член, резервуары для жидкости и насос, который накачивает. Вот так вот имеет вид двухкомпонентный протез, когда резервуар и насос находятся в одном блоке. И два импланта в кавернозные тела, которые имитируют или создают прочность регированного полового члена, то есть имитируют утраченную эрекцию. Это тоже один из видов жестких протезов или полужестких протезов для хирургического лечения половой дисфункции или эректильной дисфункции. Имплантируется он один, межкавернозно, сохраняя кавернозные тела. Разница в этих протезах существенная. Это импланты при протезировании мошонки, так называемые протезы яичек, когда есть потеря одного из яичек, либо какие-то аномалии развития обоих яичек были удалены, либо не развиты, и идет имплантация таких протезов. Это снимок хирургии мочеиспускательного канала, когда существует проблемы прохождения или рубцового поражения мочеиспускательного канала. Так вот проводит диагностика сужения и выполняется операция. Это тоже снимок дефекта разрыва мочеиспускательного канала вследствие травмы. Когда существует дефект, который нужно соединить два конца мочеиспускательного канала, чтобы обеспечить мочеиспускание. Аналогичный снимок, когда имеется сужение или стриктура мочеиспускательного канала, и вот выполняются пластические операции с различного вида, различных комплексов по восстановлению проходимости этого мочеиспускательного канала. Мы используем и слизистые щеки, и кожные лоскуты. Снимок – это такой же сужение мочеиспускательного канала, который был оперирован с использованием слизистой щеки. Эти случаи нередки в нашей клинике, и, к сожалению, количество их возрастает. В данном случае тоже это проблема поврежденного мочеиспускательного канала вследствие травмы костей таза. Это тяжелая была автотравма, и мочеиспускательный канал просто был разорван, и человек жил за счет трубки через живот из мочевого пузыря. Это вот снимок воспалительного процесса, поражающего мочеиспускательный канал. Это так называемый лихенсклероз, когда развивается рубцовое сужение мочеиспускательного канала вследствие перенесенных воспалительных процессов. Данный случай демонстрирует тоже снимок после травмы, после тяжелой травмы, без перелома костей таза, когда между диафрагмой таза идет разрыв мочеиспускательного канала, он закрывается полностью, и дальше человек живет просто с трубкой в мочевом пузыре. Владимир Михайлович, вы сказали о маленькой части того, что вы делаете. Мы сейчас подробнее поговорим об урологических вопросах, которые решаются вами. Но ответим перед этим на телефонный звонок наших телезрителей. Будьте добры, ваш вопрос. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Извините, я немного не по теме урологии, но все-таки очень важный вопрос для меня я хотел бы задать. По теме псориаза. Возможно ли полное излечение или как хотя бы частично ремиссии добиться? Я с удовольствием вам отвечу на вопрос. Мы только эту тему обсуждали. И сегодня мы не только обладаем комплексом состоящих и специальных фототерапевтических установок, которые, в общем-то, такого типа установок всего лишь две на Украине, такого комплекса установок.
которая позволяет с помощью специальной длины волны лечить проблему аутоиммунных заболеваний кожи. А псориаз относится к хроническим дерматозам, аутоиммунным заболеваниям, таким же, как витилиго, красный плоский, лишай, сиборея и другие заболевания. И различные формы тяжести псориаза сегодня лечится в клинике Виртус. Сегодня не тема этой передачи. По-видимому, мы на эту тему поговорим в следующий раз. Но я просто в трех словах хочу вам сказать, что есть возможность получить параллельно с этой фототерапией специальное лечение на укрепление организма, уменьшающее иммунный ответ в виде инфузионной терапии. Можно получить специально при тяжелых формах цитостатики, либо биологическую терапию, которая помогает вместе с фототерапией решать эти проблемы. И у нас сегодня тоже уже проводится терапия, так называемая плазмофильтрация и плазмофорез. То есть в одних случаях удаляется плазма, в других случаях плазма фильтруется через специальные биологические мембранные фильтры, которые адсорбируют иммунные тела, иммунные комплексы, которые обусловливают обострение псориаза, плюс фототерапия, давая стабильный длительный период ремиссии. Минимально год, а чаще всего уже несколько лет, это наш опыт показывает. К сожалению, полного излечения псориаза похвастаться не можем ни мы, и пока еще никто. Но стойкие ремиссии, исчезновение проявлений псориаза на открытых участках тела, это исчезновение характерных жалоб, которые беспокоят пациентов в период обострения, всего этого можно добиться тем комплексом дерматологического отделения Института Виртус. Пожалуйста, обращайтесь 35-61-69, 35-61-70, получите полноценную консультацию и сможете получить реальное, уникальное сегодня лечение в нашей клинике. А я постарался быстро ответить, не привлекаясь, с тем, что мы вернулись. Руслан Петрович, какие вопросы, кроме тех, которые сказал Александр Михайлович, еще занимаются урологи клиники Виртус? Какие проблемы могут решать? Практически все проблемы современной урологии на сегодняшний день решаемы в нашей клинике. Это как и воспалительные заболевания мочевых половых путей, это также и возрастные изменения, такие как аденомы либо гиперплазия предстательной железы у мужчин. Это изменения анатомического характера, которые встречаются как врожденного, так и приобретенного характера. То есть это гидронефроз, это проблемы мочеточника, связанные как с аномалией развития, так и с травмами, либо с нарушениями их целостности, либо органические патологии, которые приобретены пациентами в течение жизни. То есть это все те патологии, для которых необходимо реконструктивное вмешательство для восстановления нормальных анатомических показателей и в конечном итоге восстановления здоровья пациента. Хотел спросить, вот те лазерные эндоскопические технологии используются в том числе и для лечения мочекаменной болезни, да? Сложных случаев и дробления камней, ведь это нередкие ситуации, к которым тоже к вам обращаются. Так? Да, на сегодняшний день мочекаменная болезнь занимает третье место среди всей урологической патологии в урологических стационарах. И наш арсенал наших возможностей позволяет сегодня решать эти проблемы различными путями, но больше всего с привлечением лазерных технологий, что обеспечивает проведение операций эндоскопических, то есть по ходу естественных мочевых путей, не нарушая целостности организма. То есть операции проводятся без разреза, что позволяет оценить анатомию мочевых путей изнутри, что позволяет подойти вплотную к инкременту и позволяет избавиться от него напрочь, то есть не оставляя никаких осколков, не оставляя никаких повреждений и никаких дренажных трубочек после выполненной операции. Спасибо, Руслан Петрович. Александр Михайлович, и тем не менее, вот теми особенностями, которые сегодня именно только в клинике Виртус, вот это реконструктивные операции, связанные с проблемами различных структур и рубцовых поражений мочевыводящих путей, но не только мочевыводящих путей, и семявыводящих путей. То есть проблема мужского бесплодия. Как решается сегодня? Ну, во-первых, у нас в клинике проблема андрологических проблем мы решаем в полном объеме. То есть это и то, что перечислил Руслан Петрович по поводу гиперплазии предстательной железы. И очень важный аспект в жизни мужчины – это проблема бесплодия. Вот мужское бесплодие – это чисто андрологическая проблема, когда решение вопроса деторождения в молодой семье стоит между врачом, между семейной парой, и в этом может помочь только правильная диагностика.
Вы, проводя всевозможные виды обследования, тестирования и исследования семенной жидкости, можно выявить причину. И нередко такой причиной является обструкция или сужение семенноводящих путей. И самая такая коварная проблема – это на уровне глубоких структур, это зона предстательной железы, когда кисты, рубцовые сужения после перенесенных воспалений, либо врожденные какие-то аномалии предстательной железы не позволяют проходить семени естественным путем, и беременность не наступает. В этом случае нам помогает лазер. Мы используем лазер, гольмийный лазер для лечения обструктивной азооспермии на уровне предстательной железы, когда вскрываются кисты и дренируются дуктус секуляторис, то есть это семявыбрасывающие протоки, позволяющие восстановить. Одна проблема стоит только в том, насколько запущенный процесс, потому что чем дольше находится вопрос обструкции, тем больше страдает сперматогенные петельевички. Поэтому определяем еще эффективность, то есть мы прогнозируем эффективность проводимого хирургической коррекции по гормональным тестам. И можем сказать, насколько эффективно будет проведение той или иной вида операции. Ну, кроме того, кроме эндоскопических операций по хирургическому лечению бесплодия, выполняются еще и открытые операции на семеносящих протоках. Это головки, придатка, удаление кист, доброкачественных образований, восстановление проходимости семеносящих протоков, с наложением анастомоза между обходным анастомозом или между участками семеносящего протока, либо между придатком и семеносящим протоком. Это все то, что касается хирургии бесплодия. Ну, я хочу сказать, что помимо таких вот сугубо хирургических мероприятий в нашей клинике, мы широко проводим и терапевтическую помощь, потому что, в принципе, андрология – это мужская, ну, скажем так, мужская часть здоровье. В этом плане играет роль исследования гормональной системы. И вот то, что уже наши коллеги сказали о состоянии кожи, возрастные состояния кожи мужчин, они напрямую зависят от уровня гормонов, мужских гормонов, от того тестостерона, который есть в мужчине, и с возрастом он куда-то девается. Вот, мы пытаемся его найти, восстановить, коррегировать. Не всегда гормональными препаратами, иногда даже самыми простыми травяными препаратами для того, чтобы, ну, во-первых, избавить человека от простатита. Это значит придать ему улыбку на лице. Это значит убрать те морщины, которые в некоторых случаях приходится или убрать. Добавить или убрать, да. Ну, во всяком случае, с ними можно бороться. И в том числе это проблема гинекомастии, которая уже была демонстрирована. Это вопрос гормональный. И мы проводим тесную работу с хирургами, с пластическими хирургами по выяснению причин, гормональных причин в развитии гинекомастии. Нужна коррекция или нужна терапевтическая процедура. Ну и в плане андрологического, хирургической андрологической помощи, это все виды заболеваний полового члена, это деформации врожденные либо приобретенные, это введенные гели, неправильно введенные гели, либо инородные тела под кожу полового члена, когда идет деформация, и, естественно, такой орган уже не то, что не имеет эстетического вида, но и функциональность свою потерял. В этом случае проводится хирургическая коррекция. И в плане вот тех операций, которые сказал Владимир Александрович в отношении пластических операций на мочеиспускательном канале, это проблема, которая, ну, и она настолько распространена, просто не все знают и не все ее умеют диагностировать. И когда человек приходит к нам с проблемами лечения старых воспалительных процессов предстательной железы, и мы, зная уже течение такого варианта процесса воспалительного, мы начинаем его поглубже исследовать, мы, как правило, находим проблемы на уровне мочеиспускательного канала сужений. И вот в этом случае, не устранив эту проблему, любое лечение воспалительных процессов предстательной железы, воспалительных процессов мочевого пузыря, почек не бывает успешным. Знаете, очень быстро проходит время передачи, мне хочется еще задать вопрос, и боюсь. Два слова. Мужская хирургическая контрацепция. На сегодняшний день практикуется такой вид контрацепции в семейной паре, как мужская контрацепция, либо по-другому это называется мужская стерилизация.
Операция эта выполнима, технически осуществима. В нашей клинике есть просто ряд вопросов, которые необходимо решить непосредственно семейной паре, прежде чем прибегнуть к такому способу предохранения контрацепции в семье. Эти все вопросы решаются непосредственно в ходе очной консультации. Выясняется, как попасть к вам на консультацию? 748-16-16, номер телефона, по которому можно записаться и попасть к нам на консультацию. Спасибо большое, Александр Михайлович, Александр Петрович. Геннадий Игоревич Александрович и Анна Владимировна. Время нашей передачи, к сожалению, как-то так мы начали, как-то медленно и спокойно, а не успеваем заканчивать и ответить порой на те вопросы, которые мы сами себе ставим, или подробнее рассказать телезрителям, ответить на те вопросы. Пожалуйста, далеко не все вопросы мы осветили, но просто озадачили точки проблем, которые могут быть решены в клинике. Пожалуйста, звоните 356169, 356170. Всегда будем рады помочь теми разнообразными техническими и профессиональными возможностями, которые обладает клиника. Спасибо вам, что были с нами. До встречи в следующей нашей передаче. Партнер программы «Ваш лікар» – Український інститут пластичної хірургії та косметології «Віртус».